хочет съесть свинку Пеппу. Помогите, помогите. Наташа, бебе. Привет. Всем привет, вы на канале Наташа Биби. Пеппа и ее друзья. Я расскажу историю. Сегодня, Наташенька, ты нам расскажешь историю про Пеппу и ее друзей, да? Ну давай, распечатывай коробочку. Это легко, смотрите. Ну давай. Сейчас, тут скотч. Вот, я уже достала. Это надо убрать. Вот это надо брать. И достаю этих друзей. Вот она, наша свинка Пеппа. Вот она какая хорошая. У нее крутится голова туда-сюда. А-а-а! Сзади хвостик. Я не видела у нее такой. Вот, смотри. Прикольный хвостик. Так, еще двигаются ноги, да? Да. Только он трудно очень. Трудно? Попробуй другие. А, вот, вот, она может сидеть. Ля-л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 я. Так. А что ручки? Ручки нет. Ручки нет. Они просто туда смотрят. А, ручки вот тоже двигаются. Только не гнутся. Они не гнутся, но они двигаются туда и сюда. Вот, смотри, как здорово. Вот-вот. Ребекка. Это Ребекка? Да, и она заяц. Кролик, да? Да, кролик. Кролик Ребекка. Тоже с хвостиком. Да. Она тоже может сидеть. Сидеть. Вот, и вот ручки у нее тоже двигаются. Лучше сидят. Да? Да. Лучше они могут стоять. Вот, есть уже подушки. Вот это Педро, он собака. Это Педро? Да, и он собака. Правда? Да, правда-правда. Педро собака. Хорошо, я просто тебе верю, Наташа, что это Педро собака. Точно так же он может сидеть и да? двигать ручками и головой. Да. Так-с. Сьюзи овечка. Вот она, Сьюзи или Сьюзи. Сьюзи и одинаковая. По-русски и по-английски. Овечка тоже у нее тут хвостик такой хорошенький. Тоже ножки сгинаются. Лапки двигаются. Ручки. И покажи еще этот котик. Смотрите, какой. Котик. Покажи еще и котик. И с ними живет котик? Да. В домике, да? Да. Вот в домике с ними живет вот этот красивый котик. Миленький очень. Миленький, пусть, да. Пушистенький. Так, ну вот, вся компания в сборе. Да, сейчас я заберу. Давай, эти... забирай их. В сборе компания. Вот, вот папа будет жить тут. А все ее друзья будут спать уже. Они уже ложатся спать. Они живут вот в этом доме, да? И они все уже ложатся спать. Они уже все ложатся спать. Вот так. Педро наверху. Один скучает. А вот это будет тут. Котик там спит наверху? Да. А папа? А кто спит на кровати? Кто там у тебя на кровати спит? Педро, вот это. Педро спит. Ну, у него там даже подушка есть, и, да? И пятна вижу. Пятнышко. Пятнышко у него. Да. И кто там внизу спит? Сьюзи и... Ребекка. Ребекка. Сейчас я укрою этого. Педро. Сейчас ночь везде. Сейчас ночь, и Пеппа тоже легла спать, да? Наступило утро. Наступило утро. И Сьюзи сейчас будет звонить Пеппу. По телефону? Да. И Сьюзи сейчас будет звонить Пеппе по телефону. Да, вот так. И Пеппа сейчас просыпается и идет вниз. И...
говорит. Алло. Доброе утро, Пеппа. Мы приглашаем тебя в гости. Выходи. Доброе утро, Сьюзи. Спасибо. Конечно, приду. Скоро увидимся. Но мне придется ехать на поезде, потому что тут же далеко между нашими домами. И долго? Да, я буду ехать на поезде 2 часа. Но через 2 часа я уже приду к вам. Хорошо, пока. Иди через дверь. Пока. Пока. И вот свинка Пеппа пришла на станцию и ждет, когда за ней приедет паровозик Томас. И вот едет паровозик Томас. Да? Вот он едет. Едет из... А свинка Пеппа его ждет на станции. Ой, мимо проехал. Ну, давай. Он не захотел туда проехать. Сейчас он еще раз подъедет. Окей, ему надо помочь. Ох, у него случилось. Беда! Пошли. Так, паровозик Томас. Остановись. А, снова мимо. Снова почти мимо. Ну, когда же он остановится тут? Да, нажимай на кнопочку. Фух, остановился. Ой, ура, ура, привет, паровозик Томас. Мне надо теперь как-то так, потому что мне так неудобно. Ну, давай, сажай Пеппу. Ты ножки ей согнула? Да, вот так. Вот, она будет сидеть, да? Да. Паровозик Томас, вези! Давай, поехали к друзьям! Чун-чун-чун-чун-чун-чун. Да, здорово! Теперь вот туда надо, давай переведем стрелки. Вот там переведи стрелки, чтобы он мог проехать. Вот. И теперь он поедет вот сюда. Поехала Пеппа, катается, да, здорово ей, катается, вот, ой, как ей хорошо, да. А вот это, новые станции. Это так приятно ездить на поезде, да, Наташенька? Джж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 ж
А свинка Пеппа лежит, отдыхает себе. Да? Давай. О, что это? Кто это? Кто это? Let's build our way out. Кто это? Ужасно! Пеппа Пиг боится, ей страшно. Это какой-то страшный динозавр. I can dig it. Как он страшно рычит. Он хочет съесть свинку Пеппу. Помогите, помогите, помогите. Как ужасно, я боюсь. Я боюсь. Наташа, он хочет съесть свинку Пеппу. Да, он хочет ее поглотить в животе. Его помощник это... Это помощник у него есть. У него еще и помощник есть. Как же там точно может сплавиться? Ой-ой-ой, как страшно, он бедная тут... свинка. Что вот же это делать? Его помощник его. Его помощник да. Даже есть. Глотать на куски. Они хотят съесть свинку Пеппу. Да. О, свинка, что делать? Помогите, помогите. Свинка зовет на помощь. Может быть, хоть кто-нибудь придет. Я появилась спасать Пеппу. Черепашка-ниндзя.
сейчас поймаю его. Ты его сейчас поймаешь? У меня есть защитный щит. У тебя щит есть, да. Крепкий, да? И какое-то специальное оружие. Да, вот это. Очень опасное оружие. Опасное оружие. Свинка Пеппа, я тебя спасаю. Давай, черепашка-ниндзя, помоги свинке Пеппе. Давай. Еще маленького динозавычка. Тоже его отсюда убрать. Все, свинка Пеппа спасена. Ой, спасибо, спасибо. Черепашка-ниндзя, спасибо. Я так боялась, мне было так страшно. Он хотел меня съесть. Ух ты, целая прям история. Да, целая история. Но я сейчас тебя отвезу к твоим друзьям. Свинка Пеппа наконец-то возле их дома. Ну, звони, черепашка, в дверь. Папа звонит, а не черепашка-ниндзя. Хорошо. Вот это... Сюзи пойдет сейчас открывать кому-то дверь. Ну, наверное, это Пеппа пришла, потому что они же ждали, что Пеппа придет. Привет, Пеппа! Привет, Пеппа! Привет, они Сюзи! Обнимаются. Они обнимаются, они ждали друг друга. И котик сейчас еще придет. И котик прибежал к ним вниз, да? И Пеппа погладила котика. Да. Ой, Сьюзи, со мной такая страшная история произошла. Дракон, динозавр хотел съесть меня по дороге, но черепашка-ниндзя спас меня. И вот я смогла приехать к вам. И теперь все хорошо. Оказывается, это было опасно. Да, это было опасное путешествие, но сейчас все хорошо. Спасибо тебе, черепашка-ниндзя, что ты спасла нашу Пеппу Пиг. Спасибо! А теперь всем пока! Всем пока!